друзья! Привет, друзья! Привет, друзья! Привет, друзья! Привет, друзья! Бонжур, ле фи! Начинаем наши 3 минуты французского с Алисой Жюстин. Тема сегодняшнего занятия – игрушки. Мы вам расскажем, как называются игрушки по-французски. Как называются игрушки все вместе по-французски? Des jouets. Des jouets. Des jouets. Des jouets. Des jouets. Это все игрушки, правильно. А теперь мы назовем каждую игрушку по-французски. Вот Алиса взяла мягкую игрушку. Peluche. Как мягкая игрушка по-французски? Une peluche. Une peluche. Peluche. А как по-французски мячик? Ну-ка покажите мячик. Ballon. Un ballon. Un ballon. Молодец, Алиса. Как по-французски барашки? Как по-французски барашки? Ладно, Жюстин, как по-французски барашки? Un mouton. Un mouton. Барашек. А мутон как делает барашек? Бе. Вот. Барашек делает бе. Бе. А как по-французски? Машина. Une voiture. Ну, как где у нас une voiture? Покажи, как у тебя. Вот она, une voiture. Алис, а теперь покажи ко мне, пожалуйста. Алис, покажи мне, пожалуйста, от бебе. Вот он, бебе. Куколка. Вот такая куколка-малыш называется по-французски а бебе. Покажи а бебе. Да. А теперь вот такая кукла, которая не бебе. Как называется просто кукла по-французски? Une poupée. Une poupée. И у нас осталась еще только книжка. Это не совсем игрушка, но мы все равно скажем. Вот у нас есть книжка. Как книжка по-французски? Un livre. Un livre. Un livre. Очень хорошо. Сегодня вы узнали, как называются игрушки по-французски. Мы сейчас быстренько повторим все, что мы сказали. Кукла. Une poupée. Мягкая игрушка. Где мягкая игрушка, Алис? Une peluche. Une peluche. Книжка. Un livre. Un livre. Пупсик. Un bébé. Un bébé. Машинка. Une voiture. И мячик. Un ballon. Un ballon. И барашки. Un mouton. На этом мы заканчиваем наши 3 минуты. Всем пока. Au revoir, les filles. Au revoir. Au revoir. Au revoir, les amis. Yeah. И подпишитесь на канал Планета Алис. Планета Алис.